Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатару Вашакипасинда Вавачу Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хетгирам Ятки Патам Хангабанди Парамананандамадо Бриндави Тусиде Байпияви Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Наруттама Девин Сварасватин Весам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Вавишчадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Яд пад паллавану кхачанда мани чатай Бисфуржита кимапи габавадушва дарши Пурна нурагараса сагара сарамурти Шарадикамай када кипам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхар сивасади гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхар сивасади гаура бхакта бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бадату Санкитанай Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманунга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасья Бадане Лакшмир Ясача Бхакшаши Ясястиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Marto yada tekto samastha karma, nibiditatma vichikirsito me, tadam ritattvam pratipaddamano, mayatma bhuyayo cha kalpate bhai. Marto yada tekto samastha karma, nibiditatma vichikirsito me, tadam ritattvam pratipaddamano, mayatma bhuyayo kalpate bhai. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told, to seek for popularity and pure devotion, totally different thing. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что стремиться к популярности и к чистой преданности — это совершенно разные вещи. На самом деле, если мы думаем о том, чтобы Кришна был полностью доволен нами, это зовется бхакти, это зовется вайшнава-дхармой. И думать о каких-то личных корыстных благах — это зовется непреданность. И эти вещи об этих вещах мы должны говорить, проповедовать эти вещи людям. И это зовется дживедоя. Когда мы говорим, когда мы бесстрашно говорим это перед публикой, это зовется дживедоя, чтобы защитить всех обусловленных душ от майи. Это зовется дживедоя. И Шрила Бхактивинода Тхакур описал это. И вот дживедоя, мы должны понять эти слова. Если мы поймем, что такое дживадоя, сострадание к живым существам, к душам, Шрила Прабхупад говорит, чтобы вернуть сознание душ, чтобы дживатма поняла свое подлинное положение. Если дживатма почувствует это с помощью гуру и вайшнавов, то это будет подлинное дживадоя. Естественно, те обусловленные души, у них есть вожделение, различные желания. И они не могут следовать чистой преданностью. И никто не поддерживает их, поскольку ситуация такая скверная, оскверненная, но точно то, что те, кто на 100% искренне и не лицемерны, то я уже много раз говорил, что такие люди могут обрести божественную помощь. To seek the satisfaction, twentieth satisfaction of Krishna is called bhakti or Vaishnava dharma, and to announce this boldly, it is called jivedaya. Я уже говорил, что стремиться к славе — это не вайшнава дхарма. И также можно видеть, что под именем дживадои, сострадание к живым существам, к душам, многие организации пытаются показать, что они что-то делают, какое-то благо пытаются принести. Но если я получу какое-то благо от вас, которое в итоге приведет меня к более глубокому погружению в майю, в запутанность, то это не является дживадоей.
если я получаю помощь какую-то от вас, но если эта помощь, она погрузит меня все дальше и дальше в майю, то тогда это не настоящая дживадоя. И поэтому Сваруп Гасай, он был вынужден написать вот такие слова. Аманда, Аманда Дая. И эти слова, что они значат? Это значит то, что если мы получаем милость от чистых гуру вайшнавов, нет никакой вероятности, что от получения такой милости что-то неблагоприятное придет к нам. Но мы должны быть преданы, у нас должно быть качество шаранагати. И тогда вопросов не возникает, получение что-то неблагоприятного под видом получения милости. Я уже говорил, что главное основополагающее качество – это шаранагати. У вайшнавов 26 различных качеств, и среди них одно первостепенное, главнейшее качество – это кришнаика шарана, это преданность Кришне. И если кришнаика шарун, преданность лотосным стопам Шри Кришны, если его нету, то тогда все другие качества, которые можно найти, они материальны. Поскольку кришнаика шарун – это главное основополагающее качество, и все другие качества бесполезны. Но будьте уверены, что чистый вайшнав, у него могут быть бесчисленные качества, из них главные 26, а среди них первостепенная преданность Кришне. И мы не можем ожидать никаких качеств вайшнавов внутри каких-то материалистов. Есть на эту тему, не все понимают. Иногда кто-то утверждает, что какие-то материалисты не могут иметь те же качества, те же достоинства, что и обычные люди, но это не так, поскольку качества вайшнавов, они трансцендентные, хотя внешне может быть похоже, что они похожи на материальные, но это не так, поскольку все качества чистых вайшнавов, они всегда трансцендентные. А материалисты, у которых нет преданности, может, у них какая-то этика есть, какая-то мораль, которая, какие-то другие уважаемые качества в этом мире. Но это все не может сравниться с качествами вайшнавов. Мы не можем сравнивать это. И вот Дживедоя, Сваруп Гасай говорит об этом. И вот от Гуру Вайшнавов мы получаем милость, которая не несет каких-то негативных последствий. И Шрила Прабхупад говорит, чтобы провозгласить это. Если я хочу объявить об этом, о том, что думать о Кришне – это бхакти, а думать о своих корыстных целях – это не бхакти. Если я громко буду говорить об этом, то ярко буду говорить об этом, то может кто-то, кому-то это не понравится. И это абсолютно истина, если кто-то боится говорить так из-за того, что кто-то может напасть на таких людей, то я все равно не прекращу говорить об абсолютной истине, об абсолютном учении Шримана Махапрабху. Абсолютным образом я знаю, что я не обрету популярность, это так, но я
сделаю все, чтобы Кришна был доволен, поскольку если мы стремимся к какой-то личной славе, то это корысть не имеет никакой связи это с Кришна Баджаном. А что мы должны делать для того, чтобы Кришна был доволен в эту Кали-югу? Если я думаю о том, чтобы Кришна был доволен, то я должен об абсолютной истине, абсолютным образом думать. Парам виджайте Шри Кришна Санкиртан нам, это слоган Гауди Матха. И вот а что сделать для того, чтобы Кришна был доволен? Если у нас есть возможность воспевать славу Верховного Господа абсолютным образом, то тогда Кришна будет доволен нами, как вот в этой шлоке говорится. Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда не отличны друг от друга, они отец Санкиртаны, Вишамбар. И вот Санкиртан Пита Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы он был доволен, я должен воспевать абсолютную образу, абсолютную истину, абсолютным образом. И Шрила Прабхупад и Бхактисиддханта Такура не говорят об этом. Шрила Прабхупад говорит, я не могу сделать так, чтобы я не хочу делать что-то для удовлетворения обычных людей, материалистов. Это не моя обязанность. Но сейчас, к сожалению, если посмотреть, то можно видеть, что все очень запутано. И хотя я уже сказал, что любые компромиссы, они невозможны на пути чистой преданности. Когда мы будем обсуждать Рай Рамананда Самвад подробно, то тогда мы поймем, почему Махапрабху снова и снова говорит Рай Рамананде, что не то, давай дальше, глубже, выше. И вот Махапрабху не был доволен его этими ответами, поскольку это какие-то были такие предваряющие вещи. Он начал с каких-то базовых вещей, но по вдохновению Махапрабху он все выше и выше продвигался. И так он достиг до Рагануга Баджана Радха Премы, что является наивысшим уровнем Кришна Баджана, то, что Махапрабху хотел показать нам в своей жизни. И вот Шрила Прабхупад говорит, я не могу, не буду делать ничего для удовлетворения обычных людей, это не моя обязанность. И уникальность Ачарьятвы Шрилы Прабхупады в том, что он, Шрила Прабхупад, прямое служение от кого-то, телесно имеется в виду, ни от кого не принимал. И кто-то, если давал какие-то большие пожертвования, Шрила Прабхупад все равно не льстил, не как-то не прилизывался к таким людям, как можно видеть, что некоторые другие делают. Однажды один богатый человек пытался выразить почтение Чайтанья Матху Шриле Прабхупаде, и вот он пожертвовал автомобиль Шриле Прабхупаде, но в то время автомобиль был очень большой роскошью, то есть автомобиля практически ни у кого не было.
чистый, но Шрила Прабхупада, он, несмотря на такой подарок, он все равно не... Он также относился к нему, как и все. Он знал, что Кришна Сева – это главное. Он дал этот автомобиль для Кришна Сева, но не для каких-то личных целей. Если у меня есть какие-то личные персональные желания, склонность к наслаждению, то тогда мы будем льстить таким, каким-то людям. А иначе, если у нас нет никаких корыстных мотивов, то этого не будет. И вот я хочу рассказать о том, кто такой чистый саду. Я приведу один пример во Вриндаване. Пример Шрилы Прабхупады, он идеал. Но все же еще один пример хочу привести. И вот во Вриндаване, в Нимбарка Сампрадайе, был один Сидда Махатма, совершал он свой баджан, повторял святые имена и прочее. И вот из Дели однажды один какой-то важный человек с одним преданным приехали, чтобы получить даршан лотосных стоп этого Махараджа, ну, то ли министр какой-то, то ли большая шишка, в общем. И вот он приехал, и этот преданный подошел к Махараджу во Вриндаване и сказал: «О, Махарадж, вот приехал вот этот какой-то человек, такой пост занимает из Дели, приехал». Махарадж ничего не ответил. Но тот 3-4 раза ему повторил, и Махарадж надоело и сказал: «Ну, а что мне делать, что ты хочешь? Можешь арати и пуджу этому человеку провести, что ты хочешь, уже 5-й раз повторяешь. Это храм Верховного Господа, любой может прийти, все могут прийти в этот храм. Кто выражает почтение Верховному Господу, ты уже 5-й раз повторяешь это, что мне делать, арати этому человеку провести из-за того, что он большая шишка». И саду, он никогда не подвергается влиянию никаких материальных факторов, он вне всего этого. Но идея Шрилы Прабхупады в чем? Когда я буду говорить о Шриле Прабхупаде и Рада Анугате, я начну эту тему скоро, поскольку очень обширная тема. И вскоре я начну говорить на эту тему о Шриле Прабхупаде и Рада Анугате. Каково великолепие этой Рада Анугате. И вот в Рада Анугате так много секретов, так много секретных техник, и что обычные люди не могут понять этого. И вот это была обычная процедура для проповеди Шри Чайтанья Вани. Я уже говорил, может, завтра еще буду говорить об этом. Для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани Шрила Прабхупад говорил, что он может снизойти на любой уровень, поскольку через Чайтанья Вани, просто с помощью Чайтанья Вани, мы можем защитить весь мир, всех душ. Естественно, если они будут следовать. И Шрила Прабхупад говорит, люди, они сомневаются. И вот, Махараджи говорит про этот киртан о славе вайшнавов. Но каждый спутник Шри Чайтанья Махапрабху, они настолько могущественны, что могут спасти бесчисленных джив, но это не всегда случается. А почему? Поскольку эти дживы, они не уделяют должного внимания наставлениям.
тех гуру и вайшнавов, они не уделяют столько внимания, а если бы они уделяли внимание, то тогда это было бы возможно. Я уже сказал, что если это было возможно для Расикананды Прабху, то как это возможно для Расикананды, чтобы он привлек внимание слона Гупалдаса? И вот один вайшнав в этой в Бакуре совершил оскорбление и вынужден был родиться в теле слона, как в истории про Гаджендру. Мы знаем, что Индрадюмна, царь Индрадюмна был вынужден родиться оленем, а Хуху Гандхарва, он совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Девала Риши и крокодилом родился. Immediately by the card, by the Rishi, вот Риши проклял его. Ну вот из-за проклятия этих Риши, Агасти и Девала Риши, один стал крокодилом, другой слоном. И вот насчет оскорблений у меня детально нет возможности обсуждать, но могу этот вопрос кратко обсудить. Вот вчера вопрос был такой. It is then the bhakti root get irrigated and dry up. Bhakti cannot, you cannot get. То есть, если мы совершаем оскорбление, то бхакти, семя лиана бхакти, оно не будет расти. Это обширная тема. Но кратко я могу сказать, поскольку вайшнава апаратхи, если мы совершаем вайшнава апаратхи, то тогда мы должны думать, когда и как мы совершили эту апаратху. Если мы определим, вспомним, то тогда мы должны попросить прощения. Как я пример могу привести, Шрила Бхактивинода Тхакур был очень... жил такой простой жизнью, даже обычные люди. Они не знали, что Бхактивинода Тхакур – великий вайшнав, спутник Верховного Господа Шивана Махапрабху. Даже один Сваруп Дас Баба какой-то, он как-то пренебрежительно к нему относился, что ни тилака не носит, ни малый, просто ходит, киртаны поет. И вот этот Сваруп Дас Баба Замахарадж совершил оскорбление, и потом он думал, почему перестал харинам повторяться, почему какая-то проблема в сердце, почему столько проблем случилось. И он подумал, что я, наверное, совершил оскорбление лотосным стопам того Бхактивинода Тхакура. И он попросил прощения у него и сказал: я не видел тилаков мали на вас, и я вот подумал, что и был в таком положении, что игнорировал вас, не выражал должного почтения, это оскорбительно в ваш адрес. Шрила Бхактивинода Тхакур засмеялся: как ты можешь видеть тилаки малу, поскольку у меня не до сегодняшнего дня я гуру не принял, поэтому не ношу тилаки малу. Для начала нужно посвящение, прибежище получить, но все же смотрите. Шрила Бхактивинода Тхакура нитья паршад, внешне он являет лилу принятия гуру, но все же можно вспомнить, раньше я говорил, если какой-то ребенок, например, можно видеть, что с детства он прекрасно себя ведет, как настоящий вайшнав, никто не понимает, почему. Мы-то знаем, что без принятия прибежища у чистых вайшнавов, не только это, также не приняв прибежище у лотосных стоп чистого гуру вайшнава, предавшись полностью ему, сначала до конца, как в этом киртане,
Вчера я приводил аргумент такой, что не предавшись полностью без остатка лотосным стопам Садхгуру или Вайшнава, никто не может обрести подлинное посвящение. И в этом, а если у нас нету такого полного самопредания, то если мы получаем посвящение, то оно не полное получается. А если мы предались полностью всем сердцем, со всем, что у нас есть, если мы таким образом предаемся лотосным стопам чистого гуру или вайшнава, то тогда возникает вопрос обретения дивья-гьяны. Дивдату – это сияющее, чистейшее, ясное, четкое. Это дивья-гьяна зовется трансцендентное знание. И вот трансцендентное знание никогда не проявится. Мы никогда не найдем трансцендентное знание в нашем сердце до тех пор, пока мы не предадимся полностью. То есть я не говорю, что нужно отдать все Гурудеву, но мы должны быть готовы отдать, если ситуация потребует того. Риши Муни, Гуру Вайшнава, они иногда проверяют своих учеников, как Харишчандра Махарадж. В его жизни было много проверок. И вот он стал подобно нищему, но все же он никогда не хотел потерять абсолютную истину. Он был честен, и поэтому все назад вернулось к нему. И поэтому Гуру Вайшнава иногда проверяют нас, можем ли мы отдать им все или нет. Много примеров шастры я могу привести. И вот мы должны быть готовы, если мы не готовы отдать все лотосным стопам Гуру Падпад, мы то тогда никогда не сможем говорить Харикатху. Я говорю Харикатху по милости Гуру Падмы, если он позволит, чтобы татва-гьяна явилась в моем сердце, то тогда я смогу, иначе у меня нет способности. Я должен думать, что все совершается с Шрилой Прабхупадой и Гуру Варгой. И если мы оставляем что-то для себя, какие-то деньги скрыто или еще что-то, то будьте уверены, что такой человек, обманщик, иногда может прикрываться отреченным укладом жизни, но заниматься накопительством, и это ложь получается. Такие люди никогда не могут говорить Харикатху. И вот смотрите, Рамананда в итоге перед Махапрабху все, Рамананда оставил все и пришел к лотосным стопам Гуранги. Даже мое тело, речь и ум, у меня нет контроля над этим. Я не должен, даже свое тело не должен считать моим. Что такое дикша? Дикша, люди после получения дикши думают, что их тело – это их тело, но Махапрабху показал нам: «О, Санатан, ты решил отдать мне свою жизнь, что ты хочешь сейчас делать? Твое тело – это сейчас мое тело, и ты предался мне, ты сказал, что ты шаранагата, но сейчас ты хочешь совершить самоубийство». И что это, в чем же сиддханта? Твое тело – это не твое тело, это мое тело. Когда ученик думает на 100% таким образом, то в этом случае сила Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура Гуру Варги должна явиться. А если просто на словах мы просим о милости, то что толку? Гуру Падпадма говорил, смотри, они просят милости, но милость они уже получили, они уже получают.
Мы просто можем получить милость, нам не нужно специально ее просить. Автоматически мы получим милость. Гурупад Падма говорил, что они ведут себя таким образом. Крипа – это автоматический фактор. Если мы, наше самопредание совершенство, мы готовы предаться лотосным стопам Гуру и Гауранге. Я могу привести пример великого Госвами Махараджа. Он после, не говоря ничего с Шрили Прабхупаде, он работал на железной дороге, и в то время он 50 рупий посылал Шрили Прабхупаде. Это очень большие деньги были в то время. И вот в то время даже на копейку можно было достаточно много купить. Но Махарадж говорит о временах Шрилы Прабхупады. If I give 100 rupees note to a small boy, he is not satisfied. Oh, 100 rupees, what I can do? Ну вот Махарадж помнит, когда он был ребенком, на копейку, индийскую копейку, пайсу можно было купить кучу сладостей. А сейчас на 100 рублей даже воды литр стоит 30. И вот когда Госвами Махарадж решил оставить свое служение, то какие-то ученики Шрилы Прабхупады сказали, что Бхакти Саранга Прабху, он оставляет свою работу, но благодаря этой работе он столько жертвует нам. И вот Госвами Махарадж, не сказав Шрилы Прабхупаде, он взял какой-то грузовик, погрузил все свои домашние вещи, взял жену и приехал к Шрили Прабхупаде и сказал: «О, Прабхупад, сейчас я предаюсь твоим лотосным стопам. Вот я, вот все, что у меня есть, и вы можете выгнать меня из матхи или оставить, это зависит от вас». И Шрила Прабхупад думал, какое великое самопредание, он ничего не боится о том, как жить и все прочее, прочее. А в то время Читани Матха, он достаточно беден был, но постепенно весь Майпур, все пришло в собственность Читани Матха. Впоследствии, но в то время Читани Матха очень в такой сложной ситуации находился. Те преданные, даже я слышал от Гурупад Падмы, даже в то время они, даже тарелок не было, риса мало было и прочего. Однажды Шрила Прабхупад пришел из библиотеки и смотрит, что вы просад едите с земли, с пола, с мрамора. И эта дама, те, кто... И хотя Шрила Прабхупад, он тоже ел с пола, когда он повторял миллиард святых имен, то обеды такие принимал, что есть пола. Ну и прочие правила и предписания, чтобы было проще повторять миллиард святых имен. Но Шрила Прабхупад, когда увидел это, сказал: «Вы вот с пола едите на земле, и так мало». И эти преданные сказали: «О, Прабхупад, мы они сказали, что мы практикуем так. Они не сказали Шрили Прабхупаде, что рис кончился.
сказали, что у нас, что мы материалисты, а вот практикуем отречение таким образом. Но Шрила Прабхупада увидел это и заплакал, посмотрел на них с огромным состраданием. О Гоур, они... И вот там немного просада, риса осталось, они смешали с рисом и далом, и сам же и так съели. И в то время была такая система, Госвами Махарадж в то время пришел. И он был очень посвящен служению. Однажды один преданный пришел снаружи, но просада не было. И в моей жизни также случалось, что я приезжал куда-то, просада не оставалась. Хотя если даже сказать, что я вот еду в Нарисимхапали по указанию Гуру Махараджа, там Нарисимхапали просили меня принять прасад, но я не ел там, а нес прасад Гурудева, я не мог есть перед Гурудевом, поэтому я прасад, который мне давали, сначала нес Гурудеву, ничего не ел весь день. Потом приходил Гурудев, в Матх прасад уже, естественно, не было. Но если прасада нету, то мы не должны возмущаться. Это нехорошо. Поскольку прасад значит милость, много раз случалось так. Если просада не остается, то что делать? Я вот на Вкалну ездил бикшу собирать и другие места. Так часто случалось, что когда возвращаешься, уже ничего нету. И когда из Вриндавана приезжал, тоже часто бывало, что просада не оставалась. Ну, в храме имеется в виду. И мы не должны возмущаться, что просад кончился. Однажды один преданный приехал с какого-то места, и когда вернулся, просад кончился, и в то время наш Нарахари Прабху, он был матерью Чайтани Матха, он... А если так случалось, что кто-то не получал прасаду, то можно было быть уверенным, что Нарахари Прабху тоже постился. Поскольку если немного прасада хотя бы осталось, то Нарахари Прабху, он сам не ел, а отдавал тем внезапно пришедшим преданным, и это, в этом выражалась его великолепная любовь, великолепная Гуру Сева. Мы не можем сейчас представить такого идеализма, сейчас мы не можем увидеть, и мы как сумасшедшие бегаем туда-сюда. И тот человек вот возмущался, и Шрила Прабхупада пришел, услышал, значит, как тот орет, что просад кончился. Шрила Прабхупада пришел из библиотеки и сказал: ты не можешь видеть просадом. Смотри, так много просада здесь и там, а ты не можешь видеть, и пойдем со мной. Мы вместе можем поесть. Шрила Прабхупада пошел к мусорке, куда тарелки кидали после просады, и сказал: вот отсюда можно поесть, я поем вместе с тобой. И это было учение такого уникального ачарьи, как Шрила Прабхупада. Только Шрила Прабхупад мог заявить так, никто иной. Мы думаем, просад значит какая-то еда, которой можно утолить голод, но нет, просад значит милость. Это учение о просаде никто не рассказывает, а получается так, что живем в какой-то гостинице, защищаем свои корыстные интересы, и таким образом это происходит.
под именем Гошти Баджана какое-то общежитие получается. Но в чем успех Гошти Баджана? Это показал Шрила Прабхупад. А как? Гошти Баджан значит должен быть чистый преданный в этой группе преданных, чтобы иначе обусловленные души не могут видеть такой идеал и следовать ему. Если нет идеала чистого преданного в этом обществе или в храме, то все пациенты, которые там есть, это подобно тому, как открыть больницу без доктора, без врачей. Обусловленные души, даже после того, как они наказаны, а точнее не наказаны, но вылечены, но все же материальные свои эти желания не исцеляют. Шрила Прабхупад написал в одной статье очень прекрасным образом. И вот Шрила Прабхупад, он написал в этой статье, она давно была опубликована в Гаудии. И вот он описывает, что в Гауде госпитале так много пациентов, обусловленных душ, они принимают прибежище в этом госпитале. А чистые гуру Вайшнава, они пытаются их излечить с помощью харикатхи, санкиртаны, махапрасада, харинама. И все это жизненно важные лекарства. И Шрила Прабхупад, он такое говорит, вот в этой палате человек болен жадностью к материальным вещам, во второй палате слишком привязан к женщинам, следующий очень завистливы. Всегда завидует, гневается. И таким образом Шрила Прабхупад вот пример такой приводил, что говорил о различных болезнях материальных, которые могут быть. И в соответствии со всем лечение этих пациентов происходит. И если вы умны, вы должны понять, что я хочу сказать. Ачарья. В чем Шрила Прабхупад? Он был величайшим ачарьей. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, ачарья, он должен иметь такую силу. Чистый садгуру, чистый ачарья, он настолько могуществен, что даже если вы находитесь за тысячу миль от Гурупад Падмы, то все же Гурупад Падма может осознать, что внутри вашего сердца. И вот смотрите, настроение Гурупад Падмы, садгуру Ачарьи, он может увидеть все, что происходит. Каково наше настроение и мысли других, и он в соответствии со всем этим предпринимает шаги, чтобы исправить все наши болезни. А если мы следуем какой-то обусловленной душе, которая не может даже контролировать свои органы чувств и ум, то что толку? Шрила Прабхупад говорит, если я лично совершу самоубийство, это пойдет, это, конечно, плохо, но самоубийство очень оскорбительно, но все же, если кто-то умрет в одиночестве, это не так плохо, как если какой-то ачарья умирает с тысячами своих последователей. Если вы разумны, вы думаете, что случится, те, кто лицемерные ачарьи, обусловленные души, которые играют роль ачарьи, не будучи достойными. Которые предлагают другим поклоняться своим стопам, как вот я, как вот перед Горки Шрадас Бабаджи Махараджем пришел какой-то
человек, желающий пратиштхи, и вот этот лицемер пришел и говорит Гуру Кишору Бабе, и вот он помыл свои ноги в каком-то горшке с водой и говорит, что и вот этот человек очень беспокоился, что вот он ноги помыл в воде, и вода пропадает. И предложил Горки Шрадас Бабджи Макраджи ее выпить. И вот такой был этот, такой безбожник этот человек. И поэтому мы о Горки Шрадас Бабджи Макраджи говорим Парамахамса Ачарья Варья, он лучи из Ачарьи. Парамахамса, они обычно не действуют как ачарьи, но их ачар, он их пример, он сам по себе достоин того, чтобы мы вдохновлялись и следовали. А вот, а если такие лицемеры будут такое лицемерное шаранагати являть, то такие люди могут как-то вести себя на показ, на публике, но у них нет никакой искренности. Они не заинтересованы в том, чтобы обрести подлинную милость. Чему я говорил вот, про Парикшит Махараджа, что почему Парикшит Махарадж позволил Кали находиться в этом царстве, в своем царстве. Парикшит мог запросто убить Кали, но Парикшит Махарадж, он Махабхагават, и также я могу об этой шлоке рассказать. В каком-то смысле Парикшит Махарадж также действует как ачарья. वैयासकी कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदंग्री भजने लक्ष्मी पृथुभुजने अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर दास्य अथो साक्ष्य अर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति रेशाम परम इट इज फ्रॉम पद्मावली वन यू नो रिटन बाय रूप गोस्वामी श्री विष्णु श्रवणे. So each one of them, I'm speaking about Parikshit Maharaj, I'm speaking about Shukadeva Goswami. Я говорю о Парикшит Махараджи, о Шукадеве Госвами, о Лакшми Деви, о Шукадеве, о Притху Махараджи, о Акру Махараджи, о Ханумане, о Арджуне, о Бали Махараджи. И скажите, вот они ачарьи или нет, поскольку каждый из них, они показывают великолепие чего-то одного из девяти сложного бхакти. Каждый из них показывает нам пример, идеал на пути какого-то определенной процедуры бхаджана, как слушать харикатху. Например, мы должны слушать харикатху как Парикшит Махараджа, как говорить харикатху. Так, с таким вдохновением, с таким погружением, как и когда мы говорим о харикатху, и если мы думаем о каких-то если я не смогу, если мы не сможем предаться Гурварге полностью, то тогда мы не сможем говорить харикатху. Харикатха — это не что-то, что можно прочитать, запомнить и говорить потом. Нет, я не заинтересован в этом, ни в каких преимуществах, что вы хотите дать вам мне. Я просто пытаюсь продолжать свою севу и завтра дам, дам возможность совершать ванисеву, то есть служение, учению, а телесное служение я не переношу. У Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады мы никогда не видели такого. Те, кто совершали служение, они совершали ванисеву, служение учению, наставлением.
И вот Парикшит Махарадж, он Ачарья Шраваны, он показал своим примером, как нужно слушать Харикатху. И почему нельзя сказать, что он Ачарья перед нами? I don't like, but Sukadeva Goswami never, you know, think he is the father, and Vyasadeva Goswami never going to think he is the father. Sukadeva Goswami никогда не думал о Vyasadeva, что он его отец, или Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада никогда не считали друг друга отцом и сыном. Если кто-то имеет такое представление, что вот это мой сын, и этот мой сын должен всему следовать, но это такое восприятие, это восприятие наслажденца, и оно очень опасно, это обычно обусловленные души так воспринимают все. И вот Шукадев Госвами, когда он говорил Харикатху, то как это возможно, что отец, дед, прадед, и все они пришли, Васишца, Бхаратрадж, Парашар и все остальные пришли, чтобы слушать Харикатху с лотосных уст Парикшита, хотя long time I'm doing. Who is he? 16 years. Hare Maharaj, this mood is just against pure devotion. И вот гордость своим положением и это плохо. Мы должны уважать людей за их заслуги. Вот Махарадж приводит пример, что иногда на каком-то религиозном собрании дают положение председателя собрания самому старому, но, конечно, есть какая-то такая пословица, что старших надо уважать, но это материальная формула, мы не можем ей следовать, и поэтому, если бы, смотрите, Шукадев Госвами было всего 16 лет, но все же все риши муни не встали, выразили почтение ему, и все они участвовали в его харикатхе, поскольку он был очень продвинут. И вот то, что старших надо уважать, выражать почтение, это материальные представления. И вот я хочу рассказать об идеализме слушания. Это можно увидеть на примере Парикшита Махараджа, как слушать Харикатху с безраздельным, безотрывным вниманием. Иногда случается так, что говорящий теряется в и те, кто хотят слушать Харикатху, их качество также великолепно. И вот говорится, что Харикатха может стать полна расы, когда те, кто слушает Харикатху, они искренне слушают. И Махабхагаваты, которые говорят Харикатху с полным погружением, это очень великолепно, и это очень редко случается. Сейчас это очень редко, и те, кто слушает Харикатху, находясь в полном погружении, таких очень мало. А кто говорит Харикатху Махабхагавата Вайшнав, он тоже должен полностью безотрывно говорить Харикатху и не отвлекаться ни на какие материальные вещи. Он может потеряться в Харикатхе, в Татве, во всем Вайкунтха-джагате, находясь на материальном уровне. Это практически невозможно. Это практически невозможно говорить о
том абсолютной истине, которая исходит из Вайкунтхи. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. И вот на бенгали он говорит. Вайкунтха бхаша Бхагаване нижоджан чара кехой вайкунтха барта болите парена in Bengali. Бхактивинода говорит, nobody can speak about the absolute truth, the absolute way. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что никто не сможет по-настоящему говорить о Вайкунтхе, пока не достигнет ее уровня. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что никто не может говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, пока он не достигнет абсолютного уровня, уровня Вайкунтхи. Бхаджива, обусловленная душа, она никогда не сможет говорить о Вайкунтхе. Может, она образована внешне, степень профессора получила, но это совсем не значит, что такой человек автоматически чистый преданный. Но, к сожалению, наше знание очень мало, что мы не можем даже что-то подумать или представить. И вот в горе Лиле Махапрабху сказал Прativat какой-то. Но смысл в том, что мы можем купить книги, изучать их, но чувства, описанные в этих книгах, кто нам даст? Гуру Махарадж никогда не хотел давать дикшу, но много преданных пришло. И потом Гуру Махарадж сказал, что я не хочу ни о чем думать, если вы считаете, что человек достоин получить дикшу, то я дам ему дикшу, а сам не буду это решать. То есть Шрила Пури Махарадж занимался своим баджаном и не хотел отвлекаться на это. Он просто сказал, если вы думаете, что человек достоин получить дикшу, то тогда я могу дать. Но, к сожалению, потом всем подряд начали давать, и вот к чему это привело. Но Гуру Махарадж никогда не хотел давать дикшу таким людям, ну, которые не следуют должным образом. И после этого я видел в моей жизни один преданный из Германии, ему лет 20-22 было, и вот он пришел в храм, заплатил денег за, ну, не Гуру Махараджу, а этому заведующему комнатами, и вот он жил в храме какое-то время. И я потом смотрю, его книга полна книг. В общем, накупил кучу книг. И сидел день и ночь, читал. И потом, что случилось в итоге, вожделение почувствовал и уехал куда-то. Но без севы, если мы сможем осознать все, то каждый может купить книги на рынке и читать, и что-то осознать. Но нет, нужно еще севу совершать, иначе этого не произойдет. И вот, смотрите, на каждом шагу Шукадев Госвами. Никогда не думал, что Вьясадев мой сын. Я буду говорить о сатсанге детально. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что сатсанга — это наша жизнь и вдохновение. Если мы оставим сатсангу, то... И Бхактивинода Тхакур говорит, сатсанга, дух санга, тьяг, избегать дурного общения — это наше вдохновение. Не пытайтесь как-то это несерьезно воспринимать, пытайтесь понять. И вот в этой шлоке
How to sing the glories of Supreme Lord? We can learn from Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj Paramahansa Sastra. Говорится, как слушать о славе Верховного Господа. Парикшит Махарадж привел пример, как нужно слушать. А Ачарья Санкиртаны, это Шукадев Госвами, он показал, как нужно воспевать славу Верховного Господа. Прохлад Махарадж показал пример, как нужно помнить Верховного Господа. Служение стопам Лакшми, Притху, Арчану, Акура, Абхивандану, прославление Верховного Господа. А Хануман показал идеальный пример служения Даси. И такое служение, которое совершал Хануман, это практически невозможно. Конечно, есть много лил, которые Ханумана проверяли, как Бхарат Махараджа лила. Он... Но... Шрила Прабхупад хотел дать нам уникальное сокровище Гуру Сварупы. Я в какой-то день буду говорить об этом. И вот Лакшми Деви и Акура Сакша, мы не на Голоку не доходим, пока мы говорим о Вайкунтхе, о этом стандарте дружбы. Это уникально. Голока — это отдельный мир. Если мы будем сравнивать с Голокой, то Арджуна никакого места сравнений не получит. И вот Бали Махарадж, он был, показал идеал того, как отдать все лотосным стопам Бхагавана, Гуру Вайшнавов. И вот Бали Махарадж отдал все, и ничего не осталось в жизни Бали Махараджа, что он мог бы отдать, все ушло. У него тело осталось, и его жена подсказала, почему бы тебе не сказать Господу: «О, Господь, третий шаг, наступай на мою голову, единственное, что у меня осталось». И тогда Бали Махарадж был очень счастлив в виде такого самопредания. И вот... Это не значит, что это какая-то сухая философия, что мы можем отдать все Гурудеву во время дикши. Нет, мы должны быть готовы. Мы всегда должны быть готовы, как пожарники, чтобы отдать все, даже свою жизнь лотосным стопам Гурудева. Почему нет? Я привел пример Госвами Махараджа. Он пришел без копейки денег и отдался полностью, предался Шриле Прабхупаде. Прабхупад, как они вот, Шрила Прабхупад поклонился лотосным стопам Шрилы Прабхупады и сказал, что с сегодняшнего дня я только твой, хочешь наказать меня или наградить, это зависит от тебя. The disciple of Srila Siddhartha Goswami Maharaj, Krishna Mayi Devi Didi. She gave everything, nothing left, all given to, given to Siddhartha Goswami Maharaj. Now it is one kind of dream, it's one kind of lecture only. We are going to, Maharaj, if I am not going to give everything unto the lotus feet of Gurupada Padma, it is not at all possible for me to realize tattva. Be careful, then I can become a cheater. Always be ready to offer everything, your life, soul, all your belongings. Мы должны быть готовы отдать Господу жизнь, душу, все, что у нас есть.
Я говорю о стандарте Шрилы Прабхупады, о том, кто такой Ачарья. Чистый Ачарья настолько могущественный, что он не отличен от Верховного Господа. Как вот в этих строках из Киртана говорится, и мы должны быть готовы посвятить нашу жизнь и все остальное Гурудеву. Кто-то, ну, что-то дает, и, но смотрите, Садгуру никогда не ожидает получить пожертвование от вас. Если вы хотите, вы можете дать. А как в шастре говорится, Гуру Вайшнавы, если Гуру Вайшнавы скажет нам хотя бы один звук, одну букву, одно слово даже, хотя бы одно слово, то это может изменить нашу жизнь, и продав весь мир, мы не можем отплатить Гуру и Вайшнавам. Any kind of, you know, thing Guru Vaishnava giving to us, tattva-gyan or love, or anything. Все, что Гуру Вайшнавы дают нам, таттва-гьяну, любовь, заботу, мы за это не можем, никогда не сможем отплатить. Кто-то пытается как-то деньгами откупиться, но это невозможно. Это то, что они дали нам, это не, мы в неоплатном долгу перед Гурупад Падмой, Шрилой Прабхупадой, Бхактивинода Такуром. Это учение Кришны. Кришна уже сказал, и Махапрабху много раз сказал, а кто слушает? Никто, к сожалению, не хочет слушать. Все мы должны отдать лотосным стопам Верховного Господа и Его представителей. Эту шлоку сказал Кришна Радхарани. Она наш гуру, и мы готовы служить лотосным стопам Гурупад Падмы. И ее представители. Я подобен собаке Гуру Варги, и я хочу служить им. Это моя единственная молитва. Я молюсь лотосным стопам Верховного Господа ради этого. И таким образом я пример хочу привести. Не думайте, что это какая-то сухая философия. То есть, если мы не готовы пожертвовать всем ради Верховного Господа, ради Дивьягьяна, то мы ничего не обретем. Как Бали Махарадж, он пример того, как можно отдать все Верховному Господу и готовым быть отдать. А из-за того, что у нас нет такого чувства, то мы не можем получить результата. Шрила Прабхупад говорит, кто может организовать мое полное духовное благо? Такому я готов предаться, такому человеку. И Шрила Прабхупад говорит, тот, кто может принести мне подлинное, настоящее благо, то я готов предаться лотосным стопам такого человека, но я никогда не предамся никакому обманщику и мошеннику. А если мы всегда думаем, что мы делающие, это моя собственность, мое богатство, мое то, мое все, что мы можем как-то политикой заниматься с гуру вайшнавами, то это плохо. Это концепция майявади, их настроение такое.
Mayavada, you see. Майявади, они что-то ожидают взамен. Я могу пример привести. Вы, может, слышали имя Калапахари? Его отец, мать, они преданные были, но имеется в виду, брахманы поклонялись, Вишну, Арчану совершали и прочее. Однажды из-за какой-то проблемы он отправился в Пури и без просады, да, без еды постился дней 10, молился лотосным стопам Джаганатха. О Джаганатх, я попал в такую ситуацию, ты должен ее исправить. А Джаганатх ничего не ответил ему. И через 10 дней, когда он увидел, что Джаганатх ничего не ответил на его молитву, начал вести себя как демон и решил, что Джаганатх бесполезен, какая-то кукла из дерева, я все разломаю здесь. И вот стал демоном, начал храмы разрушать, принял прибежище у мусульманского царя Делийского и Бенгальского. И вот начал ломать храмы и так всякой демонической деятельностью заниматься. И, к сожалению, можно видеть, у кого-то такая же преданность, какое-то благо хотят получить от гуру и вайшнавов, а если они не получают того, что хотят получить, то начинают так вести себя. И если мы ведем себя подобным образом, то какого духовного блага мы можем обрести? Ну, то есть можно видеть, что люди, если они достигают своих желаний, то обижаются на все. Иногда можно видеть, как материалисты организуют сатья нараяна пуджу, и я шутя сказал, что они совершают сатья нараяна пуджу иногда, чтобы исполнить свои желания. Но такие люди, если они поклоняются Сатья Нараяне, то если этот Нараяна не исполняет их желания, то они называют его Митя Нараяной, ложным Нараяной. И, к сожалению, у некоторых людей есть такие же склонности. А почему это происходит? Из-за того, что много оскорблений в их сердце, и если нет оскорблений, то... И вот в семейной жизни также такое может происходить. Я подробно буду обсуждать эту тему. И вот в семейной жизни, когда... Муж игнорирует жену, жена игнорирует мужа и детей, они... И вот я хочу сказать о том, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур в Бхаджан Рахасе, какие оскорбления, как избавиться от них, и даже если муж игнорирует свою целомудренную жену, но... Ну, Махарадж говорит, это тоже ничего хорошего в этом нету. Then each and every step of our life we can meet with trouble.
если у нас, мы, у нас есть склонность к наслаждению, то тогда на каждом шагу, на каждой минуте своей жизни мы будем встречаться с какими-то проблемами, и баджан в таком случае невозможен. Онионора, даже те различные дживы в этом мире, если мы беспокоим их как-то без должной причины, то это плохо. Если мы ради Кришна Севы их как-то беспокоим, то проблем в этом нету, поскольку это наставление Бхагавана. И вот Шридхар Госвами Махарадж, он сказал об этом, когда какие-то разбойники пришли, чтобы украсть виграху из храма, то, а вот это в Исконе было, и преданные начали стрелять, застрелили несколько этих разбойников, и потом пришли к Шридхар Махараджу, что как они же преданные, как они стрелять могли, кого-то там убить. А Шридхар Махарадж сказал, что они же это делали не просто так, а защищали своего Господа. Если кто-то придет украсть нашего Господа, то смирение заключается в том, чтобы застрелить таких людей, как первоачарья Ранганатха Алвар, Тирупан Алвар. По желанию Кришны он нашел виграху в каком-то глубоком лесу, и он обнаружил, что это прекрасный Вишну, и ночью эта виграха явилась к нему во сне и сказала, что ты должен построить большой храм для меня. О Господь, кто же денег мне даст? Неважно, как организуй и построй большой храм для меня. Когда Гуру Вайшнава проверяют нас, они иногда говорят, что не знаю, как вы сделаете, но делайте. Как Упаманью получил наставление от Гурудева. И он спросил, что ты ешь в лесу. Он ответил, что молоко пью от коров. А Гурудев сказал, что права нет у тебя пить молоко, поскольку оно для телят. И потом опять этот Упаманью, когда эти телята достаточно молока ели, потом отрыгивали части, этот Упаманью это ел. И потом Гурудев опять спросил, что слишком толстый, что ж ты ешь там. И он сказал, что вот эти телята, когда они напьются молока, потом они что-то отрыгивают, и я это ем. Но он сказал, не для тебя это делают, не специально, и ты не ешь. И потом и потом Упаманью как подаяние просил, и Гурудев ему это тоже запретил делать. То, что ему надо, Гурудеву надо отдавать то, что просишь. И потом Упаманью два раза просил подаяние, сначала для Гурудева, потом для себя. И потом Гурудев опять спросил, чем он питается. Тот сказал, что вот вам сначала для вас, потом для тебя, как вот шлока ж такая есть, что всю Гурудеву надо отдавать, а не половину. Ну, в итоге потом Упаманью ничего не оставалось есть, и очень голоден был. И вынужден был есть какие-то эти листья ядовитые, в итоге ослеп. Это, ну, это был идеализм Гуру Севы Куреш. Он, мы воспеваем славу Куреша. Куреш, он слуга Гуру Падмы Рамануджачари. Никто не может забыть.
никто не может забыть его служение. Куреш. Мы хотим обрести милость твоих лотосных стоп. И вот таким образом мы не должны обманывать Гурудева. У нас нет права обманывать Гуру Вайшнава, поскольку они могут обмануть нас. Кто может обмануть Гуру Вайшнава? Никто. Они очень умные, они могут понять наше настроение. И вот сейчас мы пришли к тому, что мы должны отдать все лотосным стопам Гурупад Падме. И а как мы будем поддерживать свою жизнь? Об этом мы не должны думать. Если мы полностью предавшаяся душа, то что значит преданность? Я об этом завтра буду говорить. И вот можно вспомнить одну шлоку из Вайшнава Тантры. You can show, Maharaj, I am totally inclined unto your lotus feet. Hey, Maharaj, I am bandit soul. You need not so, you know. So, this way, if I like to prove that I am 100% inclined unto the lotus feet of. И вот, если мы хотим показать, что мы полностью преданы лотосным стопам Гурупад Падме, то мы должны соответствовать вот этим условиям. Мы каждый день поем вот эти слова, но чувствуем ли мы их? Каждый день мы должны совершать санкиртан и не прекращать его. Каждый день мы должны совершать санкиртан, где бы мы ни находились. Не прекращайте. Мы должны помнить эти киртаны, почему желание Гуру и Вайшнавов автоматически Кришна, он исполняет их. Вы думаете, что вы даете пожертвование, но по вдохновению Нитянанды вы это делаете, не думайте по-другому, не думайте, что вы делающие. И вот это Господь организует все. Если Господь вдохновляет кого-то, мы знаем, в одном храме тяжелый период был, как поддерживать храм, не было риса,
и прочего, и ученики сказали Гуру Падпадме, тут был Садгуру, и у Гурудев нету риса, что же делать, что же готовить? И Гурудев сказал, закройте двери храма, воспевайте киртан. Но как готовить? Я сказал, пойте киртан всем сердцем, не просите ничего у Кришны. И вот они начали совершать киртан, и где-то в 11 часов кто-то постучал, дверь открывайте, кто пришел. Вот привезли грузовик риса, дала, масло и прочего. И вот в жизни Джаджвагасая Махараджа тоже однажды так было. Это еще жизнь Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. И вот это во время давно было день Джанмаштами, и Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махарадж говорил Харикатху. И все сказали, о, Гурудев у нас. А тот пригласил всех. Попросили, чтобы никого на завтра не приглашали, поскольку у нас продуктов нету. А Гурудев засмеялся. Ну, вот преданные говорили, что продуктов нету, как же праздник организовать. Шрила Мадхава Госвами Махарадж после Харикатхи сказал, что завтра нандотсав, приходите, принимайте просад в нашем храме. А все преданные думали, что же делать. Нас же побьют из-за того, что пригласили, а ничего не дали. О, Гурудев, что же делать? Гурудев засмеялся, и потом что случилось? Ночью где-то часа в два приехал грузовик с Панджаба, постучались, открывайте, кто ночью два часа тут спать не дает. Вот нас с Панджаба отправили к вам, грузовик продуктов послали. И вот мы все привезли вам, целый этот грузовик, и это продуктов больше, чем на год хватило. И вот люди, они, у них нету шаранагати, нет веры в гуру и вайшнавов, и поэтому они заняты какими-то аргументами, какой-то логикой, какой-то этим здравым смыслом и прочими материальными вещами. Мы должны думать об интересе Кришны, а не о чем-то еще. Даже я не... То есть мы, если у нас есть подлинная шаранагати, то тогда наша просьба достигнет Кришны. И вот если есть стопроцентная шаранагати, то будьте уверены, ваша просьба достигнет лотосных стоп Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху Гурварги. Но мы не можем нашу просьбу отправить к Кришне. У нас нет связи с тем миром Вайкунтхи, и поэтому в киртанах описывается Вайшнавера Абедане Кришна Даямайо Ихэно Памуро Поти Айвен Садайо. I can pray unto the Lotus Feet of Guru Vaishnava. Я буду молиться лотосным стопам Гуру Вайшнавов. У Гуру Вайшнавов есть прямая связь с Кришной. И сейчас, надеюсь, вы поняли величие, значимость Ачарьятвы. Никто, кроме Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, некоторых представителей нашей Гурварги, почти все хотят скрыть эту сокровенную гуру вайшнава татву, чтобы дальше дурачить людей. И это один из видов дживахимсы.
Но даже если вы все оставите меня, то я все равно не смогу не обмануть вас. Я все равно буду говорить так сильно, жестко, говорить об абсолютной истине. Как Шукадев Госвами, он... Как Шукадев Госвами или Бхактивинода Тхакур, они иногда нелестно так отзывались о материалистах. Вот он, Шрила Бхактивинода Тхакур, приводил такой пример, что мы как ослы носим эту ношу материальной жизни. Но трансцендентный мир, он полностью отличен. И говорится, что Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: И вот Джаравидья, такое материальное знание, то что толку от него, если мы не можем применить его в Кришна-бхаджане? It is one kind of impediments in the way of your actual bhajan. И это препятствие на пути нашего подлинного бхаджана, и мы не хотим получать никаких ученых степеней, титулов. Кто-то может игнорировать нас, а кто искренне не могут понять мое сердце. И поэтому я сказал, это моя удача в том, что те люди с демоническим складом ума не приходят ко мне, я не могу позволить им приходить, даже кто-то приходит в одежде преданных, то все равно я могу определить их и выгнать. И это первое решение в вашей жизни. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Это то есть мы должны отказаться от асатсанги, поскольку если осознанно или неосознанно мы будем совершать асатсангу, то мы никогда не сможем прогрессировать. И с помощью, если мы искренне, то наше сердце подскажет нам, что есть истина, а что ложь. Now they can understand because they are less interested to do satsanga. If you are going to maintain both satsanga, если мы будем совершать сатсангу и асатсангу, то это подобно тому, как стоять на двух лодках одновременно. Ну, вот в итоге, если одна нога будет на одной лодке, а другая на другой, то в итоге мы в воду упадем. И вот, к сожалению, часто такая ситуация случается в чьей-то жизни. Шрила Прабхупад говорит на Харикатхе то, что Avaishnava mukhopadishtam mantrena nirayam bharjet punasta vidhina
Если мы совершили ошибку в нашей жизни и приняли какого-то Майявади как гуру или ложного гуру, обманщика, то это правило, что нужно оставить такого гуру и принять подлинного Вайшнава гуру, который совершенен, иначе во всей нашей жизни мы не найдем никакого решения нашего баджана. Вот об этой шлоке я завтра буду говорить, сейчас времени мало. Я хочу произнести шлоку. Man is mortal. To are is human. To are is human. Человек смертен. Ему свойственно ошибаться. Мы из детства это знаем, но как это осознать? Ошибаться — это свойство человека. Man is mortal. Oh, Maharaj, today we'll have to understand. И человек смертен, и как это понять? Не всем понимают. Хотя живут долго. Все наши заслуги, если мы сможем применить, а мы должны помнить, что ничто не останется с нами навсегда. Каково математическое объяснение нашей жизни, если мы поймем, то мы поймем, кто такой подлинный Ачарья. Мы не понимаем то, что мы в Майе, и поэтому мы не чувствуем важности и необходимости принятия прибежища у гуру, у садгуру. Какое математическое объяснение нашей жизни? Например, нам суждено жить 62 года. И вот можно посчитать, что родились мы тогда-то, и вот через 62 года мы обречены на смерть. И вот так можно разделить, что нам осталось жить там еще столько-то лет, столько-то месяцев, недель, дней, часов, минут, секунд. И вот пока мы находимся в этом мире, вот есть какой-то определенный промежуток нашей жизни. И вот смотрите, это математическое такое представление нашей жизни, и как и у нас нет варианта. Кроме Харибаджана нет другого пути. Сегодня или завтра, если вы хотите отказаться от меня, но в следующей жизни или потом, все равно другого пути нет. Может, кто-то гневается на меня из-за того, что я говорю о такой истине неприкрытой, но я вынужден говорить таким образом, что делать. Я не могу скрывать ничего. И вот сегодня или завтра вы должны совершать Кришна-бхаджан, поскольку нет никаких альтернатив. И процедура описана в Бхагаватам, в Махапуране, в 11 части. Человек, так и он смертен, и если он хочет оставить свои обязанности, можно вспомнить. Эту шлоку из Бхагавад-гиты
Но Арджун все равно аргументы какие-то приводит. Кришна, он сказал, сарва дарман паритет за все виды обязанности, телесные, социальные, обычные, все остальные, так называемые дармы, ты должен их все оставить и предаться мне одному. Принять прибежище у моих лотосных стоп, и я обещаю. Не сожалей, будь уверен, что я спасу тебя. Я вот начал с Гиты, чтобы вы поняли, что есть здравый смысл. У вас тоже можете здравый смысл развить, как Арджуна. Кришна говорит перед Арджуной. Но все равно даже после этого Арджуна, он спрашивает, задает вопросы опять и опять, и после этого сказал, сейчас я понял и хочу следовать вам. Но Арджун говорит так, но не смог понять. Главное в Гите, как я знаю, Арджун сам говорит, он необычный человек, он вечный спутник, но все же такая лила. Когда Кришна ушел из этого материального мира, свою вечную обитель, то Ядавы и Ядувамса все ушли. Когда Арджун пришел из Двараки, то перед Юдхиштхир Махараджем с молитвой, с плачем, он сказал, «О, царь, я лишен». Как лишен? Мой дорогой друг Кришна, он ушел. Как ушел? Да, он ушел из этого мира. Все пропало. Смотрите. Тот же Арджун. Тот же Гандив, та же колесница, но сила ушла. Я теперь жалею, я потерял все, кроме Кришны. И Кришна ушел. Я лишен моего Кришны. Кришна, он ушел, оставив меня. Арджуна тот же самый остался, лук со стрелами остался. Колесница осталась, но куда вся сила ушла? Гуру Крипа Хи Кевалам. Мы не должны думать, что это наша сила, что мы говорим Харикатху, поддерживаем Мадху. Это глупо, мы не должны думать так, поскольку все приходит по милости силы Прабхупады, нашей Гуру Варги. Они находятся в нашем сердце и вдохновляют нас говорить так или иначе. Я не могу заявить, что я великий лектор, или я не могу соревноваться с кем-то, я просто могу прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Прабхупады и сказать, что я не хочу соревноваться в Харикатхе с кем-то. Кто-то может соревноваться с кем-то, но это его дело, но не мое. И вот таким образом, смотрите, Арджуна ушел, и Кришна ушел. И вот таким образом, когда Арджуна смог осознать, когда он получил осознал суть Гиты, когда Арджуна осознал все учение Гиты, когда он это переварил и принял, усвоил, когда? И вот в Бхагаватам Махапуране сам Арджун говорит, я могу открыть и показать. И вот Арджуна говорил, пока я думал, что он мой друг, играл с ним, шутил,
ел Но сейчас я осознал, кто был мой друг. Это был Кришна. И сейчас, когда Кришна ушел, сейчас я осознал важность Бхагавад-гиты. Перед своими врагами, как Кауравы, моя колесница была там, и Кришна, он хотел сказать мне что-то. И тогда, в то время, я не смог полностью осознать. Shangrama Murdhani, what he told, advice was given by Krishna as Gita. Now, come on. Now, after Krishna gone. А сейчас после ухода Кришны я осознал то, что он говорил мне. И сейчас я осознал суть учения Кришны, и я вспомнил все. Иногда мы настолько глупы, что когда Гуру Вайшнавы, они говорят нам что-то, мы не понимаем этого. Но когда Гуру Вайшнавы уходят из этого мира, то тогда перед их самадхи мы начинаем плакать: «О, Гурдев, вы хотели исправить меня». Все время говорили так и так, но я не был готов принять это все. И сейчас вы ушли, как я могу спастись? Кто поможет мне? И тогда Гурудев может прийти в различной форме. Садгуру может прийти, тот же гуру может прийти, поскольку Гуру Таттва, Аканда Таттва, чтобы вести нас, да, если мы искренни и честны. Мы должны быть честными, искренними последователями. Мы должны пытаться понять путь чистой преданности. Я более подробно буду говорить завтра, на сегодня времени уже мало, простите меня. Мне нужно уходить, и на сейчас конец. Пранамами сада Прабхупада падам, пранамами сада Прабхупада падам, пранамами сада Прабхупада падам. Ванча калпатурвасикипасиндхавача патитанам павана бхо вайшнавабхьо намо намо.